Напомню, что в майские праздники на границах Ярославской области будет усилен контроль въезжающих машин. Дополнительные посты патрульных машин уже на местах. Они работают на федеральных трассах в Переславском, Угличском, Первомайском, Рыбинском и Некрасовском районах. Там вместе дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии и Роспотребнадзора. Органы правопорядка останавливают въезжающие в область машины и проверяют водителей и пассажиров по специальной базе. В ней данные всех пациентов с диагнозом COVID-19, а также те лица, которые были с ними в контакте. В случае нарушения режима карантина пересечь границу Ярославской области не удастся. И вместо отдыха отправятся в обсерватор. Ожидается, что люди начнут передвигаться на приусадебные участки и так далее, к родственникам, возможно. Поэтому обращаюсь еще раз к гражданам, максимально сократите свое передвижение. Как можно больше находитесь дома, не подвергайте себя и своих близких опасности.